И встал ты по зову сердца, а не ума, на дорогу захвата власти. И увлек меня за собой. Вот для чего нужно было, чтобы я стал эмиром личной охраны султана Салиха. После недолгой болезни умер первый султан мамлюков Салих ад-Дин Аюба. Люди знали, как умер султан, и шепотом говорили об этом друг другу. Но слову из цитадели верили они, потому что так им было спокойней. И никто из придворных эмиров не мог простить султану Салиху того свободомыслия, которое занесли ученые и поэты из разных стран в страну Миср. И черный люд не мог простить султану его выездов на базар. Я помню, как оборванный дервиш, прикинувш дураком, кричал одну и ту же фразу: «Собаки боятся орла, пока видят его тень». И когда взошел Катус на султанский трон, я подумал, судьба улыбается беспечным людям, подобно тому, как Нил давал дорогу фараонам. Но это не так. Судьба заманивает беспечных людей, как птиц, и накрывает сетью коварства. Первым после султана человеком в стране Египта будет начальник острова мамлюков Бейбарс-эль-Салих.